В честь Международного женского дня многодетным матерям предоставляется единовременная материальная выплата. Однако пособие не распространяется на всю территорию страны. Лишь несколько областных акиматов направят финансовые поздравления матерям-героям, обладателям званий Алтын-Алқа, Күміс-Алқа. Сумма пособий рассчитывается в зависимости от бюджета регионов. В преддверии праздника кокшетауские многодетные матери не остались без внимания. В областном центре почти 1000 женщин получат единовременную выплату. В рамках мероприятий, посвященных Международному женскому празднику, отдел занятости и социальных программ города Кокшетау поздравил матерей областного центра и выделил им денежную выплату в размере 18 460 тенге. Данную выплату получат многодетные матери, а также имеющие награды Алтын-Алқа, Күміс-Алқа, награжденные орденами материнской славы первой и второй степени или получившие звание матери-героини.